В округе продолжается ямочный ремонт. Ежедневно бригады рабочих латают асфальт на проезжей части. На этот раз неровности устранили на улице Льва Толстого. Сколько времени занимает ремонт одной улицы, узнал Григорий Ворванин. На улицу Льва Толстого две бригады ремонтников приехали утром и сразу же приступили к работе. В первую очередь фрезеруют поврежденное покрытие. Надо сначала по квадрату резать, чтобы она хорошо держалась. Ну, картами, чтобы нормально получилось. Сначала почистить пиль, чтобы прилипнет старый новый асфальт. Суммарная площадь ям на этом участке 60 квадратных метров. Использовать каток нерационально, поэтому укатывают асфальт с помощью виброплиты. На раскачку времени нет, поэтому две бригады залатали ямы за несколько часов, после чего все перемещаются на другой участок. Яма цифрована на данный момент порядка 5000. Устранено уже порядка 4000, но это по количеству. Есть такая программа из КПДИ, которая нас привязывает фиксировать все ямы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры для нашего отчета. На городских дорогах ремонтные работы ведутся днем. Главную уличную артерию Октябрьский проспект, а также Егорьевское и Зенинское шоссе ремонтируют в ночное время. Это помогает избежать дорожных заторов. Основное количество ям на проезжей части заделают до 1 мая. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.